Ой, надо успокоительное принять. Ой, срочно, срочно, срочно. Не пропусти самую смешную премьеру лета. Я буду пить. Я буду вам изменять. Я буду вас пить. Ой, милый мой, я буду главой семьи. Все делать это буду я. Новые выпуски «Дизель-шоу» уже 1 сентября. Всем постам, всем постам, срочно! Кликай по ссылке на экране, подпишись на канал и нажми на колокольчик. А что, так можно, что ли? Встречаемся 1 сентября на канале «Дизель Студио». Я вам еще раз повторяю, что ничего запрещенного у меня нет. А что-то мне подсказывает, дамочка, что вы врете. А я привык доверять своему профессиональному чутью. А у него чуйка ой какая. Ага. Согласись, Константинович, уж больно подозрительная дамочка попалась. Да-да. Второй, а то и третий уровень опасности. Да. Хорошо, досматривайте мою сумку. Сразу видно, опытная контрабандистка. Наверное, в сумочку ничего не положила. Ага. Придется прибегнуть к личному досмотру. Да. Хорошо, досматривайте. Только по законодательству мне должна досматривать женщина. И где ваша женщина? Точно. Да. Ее и нет. Угу. А зачем нам женщина? Я могу вместо нее. Да. Потому что я гей. Да? Ну да. Ты что, забыл, пупсик? А. Ну, раз вы гей, тогда давайте. Ой! Круто! Что, круто? В смысле, можете быть свободны. Все в порядке. Что значит свободны? Подождите. Кто ж так досматривает? Сейчас я покажу, как досматривать надо. Подождите, вы что, тоже гей? Я? О! Еще какой? Матерый? Это ж я его на это дело подсадил, да, малыш? Все, спасибо, можете быть свободны. А мы с тобой пойдем перекурим. Слушайте, мужики, как приятно, что к нам начали относиться нормально. Что значит к вам? Ну как, ну, мужики, ну я же мужиком недавно была. Что значит мужиком? Мужиком. Ну то и значит, я, смотрите, какую красоту сделал, да? А сейчас осталось один моментик так подрихтовать и все. Я ж чё же лечу в Таиланд? Хрена себе. Ну вот как раз-таки вот эту детальку надо-то и подрихтовать. Ну ладно, давайте, как соберетесь, вот как я, так милости просим. Все, пусики, целую. Ты чего, его документы не смотрел? Я на титьки его смотрел. Да титьки подделать можно, документы никогда. Блин, пойду руки помою. Я, пожалуй, виски продезинфицирую. Ой, слушай, а я текилкой, наверное. Ты давай это сильно там не намазывай так. По чуть-чуть. Че ты паришься? У нас вон целая фура этой икры стоит. Но ему-то это знать не обязательно, правильно? Идет. День добрый. Шановне панство, мені передач, ви мене шукач? Так, Кшиштоф. Шукач. Присаживайте. Барто дзінкую. Может, по 50 за встречу? О, ні, шановне панство, але пан на праці. Маю ще оглядач 25 фур, так що пан, певно, попшекав. Не пшекай нікуди. І корочка, водочка, сигаретки. Ні, мене від вашого тютюну вже верне. Кстати, вот нас с коллегой интересует. А как вы в наших фурах сигареты находите? У вас, наверное, какая-то аппаратура секретная, да, которая просвечивает все, да? Ні, все багато проще. Нюх, маю дуже добрий нюх. Тютюн чуть будь-де. Ось так. Нюх. Нюх. Кшиштоф, извини, можно тебя на секундочку? Да.
Осмотрись. Ты сейчас подумал о том же, о чем я? Угу. Кшиштоф, а скажи, пожалуйста, а как? Ты чего? А чё? Штабеляку дал ему. Я того так не полишать. Я буду жаловаться. Ты нафига ему нос сломал? Да я подумал, что ты подумал о том же, что и я подумал. Я подумал включить кондиционер, чтоб пока он у нас сидит насморком, заболел он. Ну извини, я так далеко не подумал. Не подумал он. А если он нашему начальству пожалуется? Так, что нашему начальству важнее? Разбитый нос какого-то пшека? Или чтобы их фуры не проверяли? Нам еще премию за это дадут. Пшедурки. Пшедебилы. Пшедорасы. Че, он напшекал? Не пьет, говорит. Порядочный. А я, наверное, был. Европа. Давай, бутерброд. Я прошу извинить меня правильно, но хотелось бы иметь понимание, зачем вы задержали законопослушного гражданина. Гражданина какой страны? Даже если нескольких, какая разница? Совершенно никакой. Маше Кацман, Миша Кацапов и Михайло Кацапенко. Очень приятно. Мы вас задержали по подозрению в контрабанде. Ой, в какой контрабанде? Что вы такое говорите? Зачем оно мне надо? Я старый больной человек. Там только медикаменты. Вот и нам интересно, зачем это старому больному человеку целая куча здоровых алмазов, а? Ой, ну какие алмазы? Какие алмазы? Разве это они? Это успокоительное. Какое еще успокоительное? Я объясню. Если эти камушки со мной, я чувствую себя очень спокойно. А вот это, по-вашему, что? Медикаменты? Ну, конечно. Мне прописали тут такую жесткую диету. Осетрина пареная, осетрина жареная, лосятина, трюфеля. И только с этим я могу придерживаться этой жесточайшей диеты. Слышь, ты что мне тут мозги полощешь? Ты что, не понимаешь, что у тебя тут запрещенных товаров лет на 5 минимум? Угу. Ой, ой, вы делаете мне нервы. Мне нужно срочно принять мои лекарства. Тихо, 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 тихо. Держите себя в руках. Ладно, ладно. Ну, давайте так. Если вы отпустите старого больного человека, я с вами поделюсь одной очень хорошей диетой. Какой это диетой? Вам я советую осетрину каждое утро. Вам лосятину. Ну, а я за ваше здоровье выпью хорошего кошерного коньячку. А давайте я вам расскажу нашу диету. Сейчас вы поедете в санаторий закрытого типа лет на 8. Там у вас будет диета, вы научитесь спать по режиму. Ой, вы знаете, мне нельзя по вашему режиму. Почему это? Потому что мне мой главврач прописал совершенно другую диету. Разрешите, я напишу его фамилию, вам так будет понятнее. Это ваш главврач? Нет, это наш главврач. И он сказал, что у меня здесь не будет никаких проблем с этими лекарствами. В таком случае желаем вам скорейшего выздоровления. Да, не болейте больше. Ой, спасибо вам большое, и вам не хворать. Привет главврачу. Обязательно. Подожди, ватман — это же... Ватман — это... О! Нет. О! Это Кульман.
Так, срочно задержите, снимите с рейса Кацмана, Кацапова и Кацапенко. Да не троих человек, одного хотя бы задержите. Как час назад улетел? Неужели коррупция? Я вам дам $100, и мы не открываем чемодан. Приз. Приз. $200, и мы не открываем чемодан. Приз. Уверены? Да. $500, и мы не открываем. 500? 500. Приз. 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 Вы выбираете приз. Да. $1000. Это... Это деньги. Нет, приз. Я вам давал $1000. $1000. А теперь даю $5000. К сожалению, не могу. На вас ориентировка. Приз, приз. Я понимаю. Последнее предложение. Я вам даю... Нет. $10,000. Нет. $10,000. Ну! $10,000. Деньги. Деньги. Он выбирает деньги, и он выигрывает свои деньги. Ага. А я так понимаю, могу быть свободен, правда? Нет. Мы переходим к суперигре. И я приглашаю своего напарника. Эй. И что же у нас в суперигре? А в суперигре разыгрывается. Точнее, мне надо. Автомобиль! Во-хо! Квартира! У-ху-ху! Пылесос! Е-ха! Это нафиг? Загородный дом под Киевом! У-ху-ху-ху! А лучше все это и сразу. Вообще-то пылесос мне нужен. А. Итак, мы в суперигре. Да. В таком случае угадайте, что у меня в чемодане. Ну, букву хотя бы первую скажи. Да. Первая буква... М! Это... Металлы. Драгоценные. Нет. Минералы. Дорогущие. Не угадали. У меня там... Банкноты! А почему на М? Потому что они меченые. А еще у меня есть удостоверение антикоррупционного бюро Украины. И вы побеждаете в суперигре и получаете путевку на 12 лет и 12 зим в однозвездочный пансионат под Житомиром! Там! Наручники в студию! Вот никогда не везет нам в суперигре. Девушка, вы сами собирали свой чемодан? Свой, да. Да лучше я спрошу. Девушка, вам знаком этот чемодан? Вы знаете, мы лично с ним не знакомы, но если вы настоите, то хорошо. Привет, меня зовут Оля, а тебя? Девушка, слушайте, шутки сейчас неуместные. Да. Чего я не шучу? Меня правда зовут Оля. Вот мой паспорт. Вы знаете, что в вашем чемодане?
Если честно, нет, но вы так спросили, что мне стало интересно, что там. Что там? 5 килограмм кокаина, что там? Фух! А я думала, что бомба. Знаете что, если вам надо, то забирайте половину. Хотя, забирайте все. Вы знаете, я ни разу этого не пробовала, и он мне не нужен. Так, давайте сначала. Откуда у вас этот чемодан? Я его выиграла в акции в Duty Free. Какой еще акции? Какой акции? Ну как акция? Покупаешь помадку, чемодан в подарок. Помадку. Это мне араб сказал на выходе из магазина. Араб? Араб, да. А я ему говорю, мне нужен розовый чемодан. Он говорит, не переживайте, вам его по прилету поменяют. Подождите, араб, можете описать его? Да, он противный. Да что противный? Шрамы, татуировки. Ой, и шрамы, и татуировки. Мне так было мерзко на него смотреть, что я не запомнила. Думала, что стошнит. Так, что он вам говорил? Он мне говорит, прилетите, и вам дадут лабутены. Лабутены? 15-ку тебе дадут! Лабутены! Да ну что вы! У меня 37-й размер, это у моей сестрички 15 размер. Вы знаете, если бы я знала, что будет такой геморрой из-за этого чемодана, то я бы не связывалась бы с этим и не покупала бы эту помадку. Ладно, вы знаете, я, наверное, полечу. Тюшка, мы не можем вас отпустить. Одну. Давайте я с вами полечу. Заодно проверю, чтобы вам лабутены не дали поддельные. Да? Да. Ой, спасибо, вы такие хорошие. Знаете, мне всегда говорили, что таможенники, они такие какие-то занудные, а вы такие веселые, классные. Правда, немножко туповатые. Но ничего, я раньше тоже дурочка была. Пойдемте. Какая счастливая жизнь без мозгов. Заходим, девушка, заходим. Смотри, кого с рейса снял. Я хочу объяснение. Что происходит? Что происходит? Личный досмотр. Я так понимаю, мне выйти. Не надо, сиди. У меня от тебя секретов нет. Что в сумочке? Ничего. А это мы сейчас проверим. Вот это что такое? Это не мое! Понятно, что не твое. Откуда у тебя такие деньги? Цель поездки в Италию. Посмотреть достопримечательности, парки, памятники. Ты взяла $10, чтобы посмотреть памятники? Ну, ресторан и кафе. Правду говори. Зачем ты едешь в Италию? Шопинг. Что? Шопинг. Пожалуйста, чистосердечное признание. Вы лишаетесь свободы ровно на месяц. Что? Ну, ой, ты палку-то не перегибай. Так, спокойно, это наши семейные дела. Ну, тем более, жена твоя. Можно было бы и помягче с ней. Да. Так, послушай, когда твоя жена поедет в Италию с твоей заначкой на лодку, вот тогда с ней будешь помягче. А эту преступницу не защищай. На лодку? Тут сроком в полгода попахивает, девушка. Угу. Так, все, давай, иди домой, готовь борщ. Вечером буду. Блин, здесь 9-ка, представляешь, штуку скрысила, ну? Повезло. Вот так вот, мама. Угу. Все люди в очереди стоят и мечтают о том, чтобы у них зять был таможенник. Ну да, конечно, должно же быть в человеке что-то хорошее. Он не может состоять из одних только недостатков, мама, как ты. Сашенька, давай все быстро оформим и полетели, да? Все должно быть по законам. Давайте ваши паспорта. Сань, может, обойдемся без этого? М? Тут я вам не Саня, а еще полчаса как работник таможни Александр Константинович. Угу. Это уже через полчасика я буду отпускник Саша, а после дьюти-фри буду уже турист Санек. Так, у вас все в порядке. А вот вас, гражданка, я попрошу задержаться. А ты хочешь в Турции отдыхать или переломы лечить? Так, женщина, мне придется досмотреть ваш багаж. Давай, давай, давай. Вот это. Что это? Вен. А? Это нельзя. Саша. Видала?
О, да-да-да-да. Это тем более. Угу. О, это точно нельзя. Слышь, ты, а? Представитель, ты в Турцию на all-inclusive едешь? Да. Ага. Так вот ты пить не будешь. А вот это уже прямая угроза работнику таможни. Я вас за это снять с самолета могу. Ой-ой-ой, извините меня, пожалуйста, извините. Но все равно у вас нет оснований. У меня нет оснований? Да. Саша! Ты что ты делаешь? А теперь внимательно посмотрите сюда. Ну? И сюда. Я вас снимаю с рейса за поддельный паспорт. Все, Вика, я тебя жду в самолете. Ах ты гад, я тебя сейчас убью! Я тебя убью, я тебя убью, сейчас я тебя убью! На троих. Вот ты говоришь, iPhone 7, iPhone 7. Вот, вот этим телефоном я орехи колол. Да ладно, грецкие. Кокосовые. А-а-а. Вот так вот, беру и... Здрасте. Здрасте. Ребята, мне нужно быстро пройти таможню, быстро. Цель поездки? Нужно свалить побыстрее со страны. Я не понял, вас что, ищут? Пока нет, но через неделю начнут. Давайте быстрее, мало времени. А, запрещенное что-то везете, оружие, наркотики? Все есть, оружие, наркотики. Вы что, серьезно? Ребята, времени нету. Действительно, оружие, наркотики и деньги. А денег много? Здесь налом 300 тысяч, на счету где-то 5 лямов евро. Ну, верю на слово, пересчитывать не будем. Паспорт, пожалуйста. Счастливой дороги. Спасибо, до свидания. До свидания. Ты чё его отпустил? Его же арестовывать надо. По закону нельзя его сейчас арестовывать. А когда можно? Обычно через неделю после прохождения таможни депутатскую неприкосновенность снимают. Вот тогда и будем его брать. Не волнуйся, схема отработана. Так, короче, слушай, вот этим телефоном я один раз самолет сбил. Да что ты говоришь? Ну ладно, не самолет, так, дирижабль. Ты нашел опять наркотики, да? Да. А, собака, чего ж не делишься? Давай! Вот ты знаешь, за что я люблю европейцев? Черт, где же у них апостроф? Европейцев? Угу. За дороги качественные? Нет. Ну, значит, за машины. Опять не угадал. Европейцев я люблю за их европейские ценности и драгоценности. Ну да. А вообще европейцы народ отзывчивый. Вот помнишь этого немца? А, этого помню. Отзывчивый. Вот только на его ноутбуке апострофа нет. Черт. А так вообще, мне лично славяне нравятся. Они что ли ближе нам? О, а давай так. Я, значит, обыскиваю всех европейцев, а ты братьев славян. С их зайчиками и злотами. Ну ладно, давай. Добегались. Hello, guys. How are you? Hello! Sit down, пожалуйста. Это по твоей части. Да. Как это по-английски? А, вот. Вы это, спикаете по-английски или по-нашему немного бельмес? Как это? Oh, yes. Привет. Я Морган. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Nice job. Как же это? Откуда вы к нам? I'm from Amsterdam. Амстердам? Yes. Понятно. Наверное, наркотики с собой везете, да? Наркотики. Похоже, везет прямо внутри себя. Видишь, yes. На лапца и зверь бежит. Uh-huh. Yes, drugs. Many drugs, many drugs. Uh-huh. Много наркотики. Так. Вы должны меня обыскать. Не обязательно, не обязательно. Можно так это договориться. О, но. Европа нет взятки, все только по закону. Вы должны меня обыскать. Принципиальный какой, а? Слушай, может, ты там с ним как-то доспикаешься и прибыль пополам? Нет, коллега,
есть вещи дороже денег. Так что обыскивай. О, я? Обыскивать? Обыскивать? Много наркотики. Найди наркотики. Найди наркотики. Да. Сколько тут работаю, а такого не видел. Так, доволен? Где наркотики, гад? Ты меня не всего обыскать. Я тебя уже всего облапал. Не, не везде обыскать. Так, пошел вон отсюда. Слушай, в Европе одни извращенцы. Вот это точно. Проканала, чуть на бабло не полинял. Что? Ничего, ничего. Bye, guys. Bye, guys. Продажные мальчики. Это он про тебя? Точно. Так, все, короче, я тоже на братьев славян перехожу. Не-не-не, мы договорились. Ты по европейцам. Пошел, я руки помою. И весь тоже помойся. От тебя прям таки пахнет. Это Европа. Ну и где ваши вещи? Как где? На мне. Ну а чемодан, сумка, хотя бы пакет. Где? Ты чего, начальник? Я же в Турцию лечу. У меня все включено. All inclusive. Понимаешь? Да хрена мне там вещи. Понимаю. А у вашего друга, значит, супер all inclusive, да? Какого? А, у Витоса. У Витоса вообще все на мази. У него этот ультра all-inclusive. Ультра. Там вообще смотреть не надо. А вам не кажется это подозрительным? Что? А то, что вы должны были лететь в Турцию. Так. А мы вас сняли с поезда на границе с Польшей. Так из-за Витоса все. Мы же опоздали на самолет, потому что он за рулем был. А ближайший рейс из Польши. Ну что, Витас за руль опять, мы в Польшу. А потом как-то мы оказались в поезде. А, да, а проводница, скотина такая, кондиционер не включает. Ну, мы разделись, значит, водка же горячая. А мы вышли на перрон, пивка холодного взять. И все, поезд тю-тю. Понятно. Будем вас оформлять. Как оформлять? Ты чего, начальник? Не надо меня оформлять. Там в Турции у нас кореша. Все ждут Витоса. Ё-моё, Пойми, если я даже тебя отпущу, не бесплатно, конечно, тебя все равно польские коллеги арестуют. Да ладно тебе, давай добазаримся. Мы же не с пустыми карманами вышли. Вот оно. На, мне не жалко. Господи. Ну? Пока так. Закрепим успех. Ты думаешь, так прохиляет? Что буду? Он недельку так поработает, а мы с тобой недельку поотдыхаем. Правильно? Эх! Давай. Оп! Как и было. Силу возьми, для поляков пригодится. Да. Все, давай, братан, не пострами таможню. One, two.